Всем привет! Сегодня я вам расскажу про потерянных домашних животных или про брошенных. Сразу хочу сказать, не бросайте домашних животных, потому что вот посмотрите, какая сейчас плохая погода. И представьте, как холодно им без одежды, только в одной шерсти. Да, у них есть подшерсток, как северные хаски-то это. Все равно холодно. Они не игрушки, их нельзя поиграть и бросить. И у нас первый кандидат – это дружок. Снимай дружка! Блин. Это не сделаешь, ты не сделаешь. Такой прекрасный и добрый пес оказался на улице. Ему уже 14 лет. А никто его не взял и не приютил. Его кормит первый подъезд. Нет, это все его пропитание. Включай видео. Зачем? Да. Всем привет. Сегодня мы расскажем про брошенных домашних животных. Теперь у нас будет дружок. У него умер хозяин, а друзья хозяева оставили его одного. У него, конечно, есть дом, но там никто не живет. Его подкармливает первый подъезд. Зимой он спит в подъезде на втором этаже. И он уже очень старый, если бы его никто не подкармливал. Если бы его никто не подкармливал, представьте, как холодно в такую погоду. Походим, Поэтому хочу сказать, домашних животных бросать нельзя. А что, смотри, видео. А что, какое-то? Выключи видео, только смотри. Видео выключи. Так я тебе говорю, ну нахуя на руках. Да подожди. На площадку не тут. Чао, подружка. Вот такой вот. Он очень добрый. Самый добрый собак на улице. А будем включать 10 подписчиков? Че? 10 подписчиков? Да. А гонки водора будем отмечать? Да. Но его бросили хозяева, они уехали в Москву. А он остался жить здесь. Да подожди ты, господи, я про дружка снимаю. Вот такие невинные животные становятся бездомными. И представьте, как холодно им в зиму или даже такой осенью. Дружок. Его знают все. Но домой его никто не берет, потому что это большая собака, и он уже привык к улице. Он ходит по всем улицам, его все по чуть-чуть кормят. Дружок, дай интервью. Он самый добрый пес. Он там живет еще один собак. Дружок, бежи. Также он знает команды. Не. Он знает команды. Подожди, я сниму и все, и будет делать, что хочешь. Он знает команду обнимашки. Он знает команду сидеть, ждать и дай лапу. Но сейчас он их уже плохо практикует, потому что с ним уже давно никто не занимался. Его прошлый хозяин его очень любил. А новые, когда хозяин умер, уже не так сильно его любили. Также у него был брат, который уже умер на боях с собаками. Не бросайте домашних животных. Они не игрушка. Вот это домашние животные. У нас очень много бродят таких животных. Я тоже. Даже мы не чувствуем пальцев, а представьте, как им холодно. У нас тут целых фанерных таких кошек и собак, которых бросили жевать. Он родил, какая кошка, то есть вот так лапу. Как могут. Сейчас мы ищем котенка, который также очень милый, но, к сожалению, бездомный. Да потеплее будет с ним. Пошли к первому подъезду. Осень, типа. Осень, надо в разное время года снимать.
У меня сколько лет это в галерее будет храниться, а? В разные времена года, блин. Нет, правда. На каждое время года один клип. То есть, типа, лет пролетел, и мы с мамой так и есть. А подожди, я кошек ищу. Вот здесь есть очень много черных кошек. О, это папа тигра. Это вот папа того кота, которого мы ищем. Его тоже бросили. Посмотрите, какой это милый кот. Я вообще не понимаю, как кошки могут оказаться на улице. Потому что кошек любят все. Вот теперь представьте, как им плохо на улице. А там ведь еще много таких. Это еще один маленький миленький котенок, у которого нет дома. Посмотрите, какие милые и добрые есть уличные коты. Но, к сожалению, у них нет дома. Им холодно. Им очень холодно. Потому что мы уже не чувствуем пальцев рук. И посмотрите, какой он худой. Ему можно сделать вот так, и это вся его толщина тела. Не знаю, кормят ли его, но я этого никогда не видела. Хорошо, что здесь везде стоят миски с водой, чтобы такие, кто уже гуляет или у кого нет дома, могли попить. Но чтобы его кормили, я этого не видела. Мне бы жалко. У меня нет, у меня только дом, мне нельзя. Все, давай, клип снимем.